«Тихая моя родина». Именно под таким девизом прошла творческая встреча народной певицы России Татьяны Петровой в общеобразовательном учреждении номер 56 в Артемовском городском округе. Уже в 16 лет она пела в Уральском народном хоре. Русская песня, по мнению Татьяны Юрьевны, держит нравственный свод современности. Она как цвет, на который идешь, она как тепло, которым согреваешься. Хочу я сесть на борт корабля и уплыть далеко-далеко, где нет ни забот и проблем, да и просто плыть и плыть очень приятно. Где бы найти такой корабль? Об этом и песня. Татьяна Юрьевна также рассказала о том, что она в девичестве была с Солятиной. Все коренные артемовцы помнят и знают эту знаменитую фамилию, ведь ее носил уральский левша, в честь которого сейчас назван переулок в городе. Также было сказано о том, как много значит для нее русские песни, поэтому лучше их послушать. Лягушина. Кто помнит это название? А эта деревня сейчас носит другое название – Родники. Именно с этим населенным пунктом у Татьяны Петровой связаны добрые воспоминания. Ведь там жила ее бабушка. А еще было множество родников, вкус воды которых неповторим, и старая церковь, колокол которой уже давно не звонит. Шагом не вскачь, не
«Чистая душа – это горячая душа. Только уральцы умеют душевно петь, любить и радоваться». Именно об этом и песня Татьяны Юрьевны. Только народная певица России показывала свое мастерство, но и квартет «Урал». Лауреат многочисленных конкурсов виртуозно исполнял различные музыкальные партии, например, «Валенки». Очередной романс, всемирно известный «Белые акации, гроздья пушистые», Татьяна Юрьевна посвятила отцу Николаю, который был гостем на ее концерте. Также она напомнила зрителям, что у него в этот день был день рождения, поэтому это музыкальное сольное произведение стало хорошим подарком, как и другой романс, также любимый всеми. Белая акация.
русские песни, и еще лучше, если они любимы народом. Любимы они или нет, можно узнать по тому, как зал подпевает. Именно это и делали зрители, когда слышали знакомую до боли мелодию. Татьяна Петрова и другие песни, которые являются, так сказать, визитной карточкой великих исполнителей. «Волга». Даже по одному этому слову можно сказать и назвать исполнителя песни о Волге. Это Людмила Зыкина. И вот как звучит эта песня в исполнении Татьяны Юрьевны. В завершении концерта, где было спето множество песен, Татьяна Петрова поблагодарила всех присутствующих за то, что в этот день они отложили все дела и пришли в этот зал на концерт. И надо сказать, прощание было особенным. Как хорошо, что мы сегодня собрались на такое богоугодное дело. И всякий ваш малый вклад и большой в это дело он будет, верьте. Спасибо вам, что вы отложили все попечения свои семейные и пришли сегодня. Мы собрались в этом прекрасном храме учения. Прекрасный. Просто в Москве таких я не видела школ. Дай Бог, чтобы отсюда побольше, получше вышло прекрасных людей, умных, добрых, любящих Родину. И давайте мы с вами с надеждой на будущие встречи наших добрых дела попрощаемся старинным русским маршем прощания славянки.